Она же, вот посмотрите, занимала-то у людей, у инвалидов, в основном все пенсионеры. 72 года одно, 72 года другой, она с детдома. Вот у таких людей. Ну, на товар она сказала. А это супруга моя, говорит, даже говорит, не могли подумать, как это она на рынке работает, что это, почему она у нас занимает. Ну, аферистка, короче. Ну, я потом на работе узнаю, что она у одного тоже занимала. Вот кто на похоронах был, супруга, она всех нагрела. Вот. А, и на рынок пошел же. Эта женщина мне дала телефон и потом. Вот нас 10 человек собралось, которые хотели дать.